Естественно. И здесь урезали. О, мы все синие. Обожаю синий цвет. Привет, друзья, с вами Rush на Nidzuka, и мы начинаем новое онлайн-мясо по бета-версии игры Crysis 3. Яху, блядь! Вот наши тут ребята бегают, наш отряд мясной. Так, это не наш отряд, стоп, а где наш? В прошлый раз у меня зависло, когда я пытался посмотреть наш отряд, список игроков нашего отряда. Почему-то тут он не отображается, ни хрена, блин. Мне это не нравится. Вот наш кто-то с мясом. А, Грант, вот Киброид побежал. И у нас вообще четверо, как бы тут еще где-то должен быть один. Двурик, по-моему. Или нас даже пятеро, блин. Ну. А вот похвален, да, похвален, только что убили. Вроде пытается отомстить, но похвален. Там снайпер, короче. Да, там снайпер, да, ну понятно. Вовремя ты нас предупредил. Хотя меня убили с пулемета. Блять, они везде. Фашист, оплатили планету. Кстати, Киброид, у тебя тоже английская версия? Ну что? Она у всех английская. А, просто я-то в Америке скачал. Чего я тебя не слышу? Блин. Так, а в первой серии мы уже сыграли на этих картах. Опять почему-то на нее кидают, хотя мы голосовали за музей. Тут всего две карты. Музей и аэропорт. Ну что ты, сука? В следующий раз попробуем. Блять! Режим Хантер. Там вроде говорят прикольно. А, Хантер, ну попробуем, да, сейчас немножко этот поиграем, режим освоим. Потом в Хантер поиграем. Ты с кем там разговариваешь? С похваленным вроде. А, я что-то не слышу его. Тут как всегда связь глючная, то есть один слышит, другой не слышит, блядь. Это ж Crysis, да ладно, в прошлых Crysis'ах слышно было. Да не факт, что всех мы слышали. Ну ты сука, ты! Огнемет что ли у него там? Огнемет, ёпт. Я опять в роботе! Ха-ха! Где ты хоть там? Где ты? Блять, я подпрыгнул. Давлю, блять! Невидимочка нам нужна. Хоть всех посмотреть. Где ты там на роботе-то ёпт ходишь? Да я далеко. А вот, я тебя вижу. Ты справа. А, во-во-во, вижу, вижу, вижу. Давай нам, по машинам там какой-нибудь конечностью. Блять, залупай что ли железный пулемет? Вот там на тебя чувак прыгает сверху. Да я знаю, знаю, я сейчас давить буду. На, блять. О, да ты крутой тоже, блять. Слушай, а эти летающие сверху корабли что-нибудь делают? Да я хуй знает. По-моему, они сбрасывают этих роботов. Ага. Да кто ты, блядь? Нахер, блядь! Молодец, чувак. О, Дизукович, отлично мы с тобой работаем. Да, да, да. А, ты отвлекаешь, а я сзади. Блядь, ну ты, сука, стоять! Так, меня наебнули, все. Ну, ёпт. Сейчас иначе меня наебнут. Пушки у них у всех другие. Моя самая, блядь, чмошная. Чё-то отодрал какую-то хуйню. И чё с ней делать надо? Блин, я прикалывался, сейчас мы в это говно втянемся и потом решим эту игру купить, блядь. Но я вот не верю. Не дай бог. Что, во что ты не веришь? Не, у меня ближайшие покупки это God of War. Потом. Бля, чё броня не включается, то ли, блядь, джойстик. А, джойстик с хуевой кнопкой, блядь, непонятно, сработано или. Броня тут автовключение. Автовключение? Да.
Да, когда в тебя начинают стрелять, если у тебя класс штурмовик, автовключение брони. Да, круто. Вот, короче, я в ближайшее время только вот наметился на покупку точно, это трех эксклюзивов соневских. Ну, God of War, потом Last of Us и Beyond. Ну, еще какие-то игрушки там выйдут, под муку какой-то ужастик выйдет, это надо будет взять. А остальное пока под вопросом. Ну, кризис точно не буду брать, нахер. Да естественно, блядь, это все одно и то же, блядь, что вторая, что третья. Блядь, тут показали геймплейный ролик Killzone новый для Vita, вот мне понравилось. Да, мне буквально еще сегодня выручили. Мне еще давно нравился он. Не-не, а тут только впервые геймплей показали, вот только ролик только сегодня появился в интернете. Да показывали уже геймплей, внизу-ка. Не-не-не, не было. Было, блядь, ну что? Ну был 5 секунд, а тут показали там больше минуты, короче. Там всякие убийства показали, там за разные стороны можно играть. Да было это уже не звук, ну блять, ну не надо мне говорить, что я, блядь, какой-нибудь идиот, что мне это приснилось. Да ты видел обычный ролик, сто пудов. А что? Первый самый. Обычный? Самый первый. Где там шкинцо идет. Да не кинцо там, ёбаный рот, сколько говорит. А, да, броня сам, блять, а я, сука, ее отключаю, что ли, блять. А смысл в автоброне тогда вообще не понимаю. Значит, тогда вообще ее используется, если она автоматически включается. Как это? Мне, например, вот только это и надо было. Я во второй части меня так заебывало, блять, отвлекаться в бою, включать броню, начинать стрелять, блять. Не, ну а какой у нее вообще смысл, если она автоматически включена? Ну как бы она включается. Не включена, она включается. Ну да, но вот это не было бы ее вообще, на разницы бы не было никакой. Тут хоть чувак включил броню, у нее какое-то преимущество, а тут она у всех одинаковая получается. Единственное, что с ее энергии кончилась там. Я еще раз говорю, она включается только когда в тебя попадает. Я знаю. И что тебе непонятно? Так а смысл тогда, ну, если бы ее не было тогда вообще как бы. Ну а смысл тогда вообще эти костюмы использовать? Они же у всех. Ну да, ну хотя бы тут, кто первый включил, там тот того и тапки, например. А тут получается, блядь, оно автоматически у всех жизни одинаковое. Да нихуя не автоматически, классы-то разные, блядь. Ты можешь сам изменять. Ну только сюда там, если, блядь, кто-то прокачался там, блядь. Кстати, вон чел с луком бегает, меня постоянно валит. Да и похуй, блядь. Не только тебя. Чё за хуйня валяется? Инопланетянин, что ли? А вот это тут какое-то оружие, блядь. Чё это за оружие, блядь? А, огнемёт, ёпт. Понимаешь, прикол в чем, блядь? Или ты включишь броню, что она уже будет работать, или она включится только когда тебя уже попадут пару раз, блядь, то есть его уже будет хуёво. Так, ты понимаешь, в чем прикол? Ну, я не знаю. Вот я, блядь, стреляю в человеков, блядь, и никого не могу убить. А они меня убивают, потому что у них, блядь, работает броня. А у меня только включается. Ну хрен его. Горит Марина. О, а вот 5 роботов бросили, что ли? Нету роботов. Печалька. Флаг. Блять, да кто стреляет? Чё, мы опять проебываем? Одна минута осталась. Да блять. Похуй. Честно говоря, вот похуй вообще мне на эту игру. Ой, неплохо я его обжег, блядь. Обжарил. Блядь, даже у чувака оружие появилось в руке позднее, чем надо. Вот это прогрузка текстур, блядь. Так, ну что, кто у нас тут был? Двурик, Киброид, Грант, Похвалин. То есть почти все наши в команде были. Команда все 5 на 5 получается. Сейчас много народу ты не соберешь здесь, получается, такая игра. Слабоватенькая в этом плане.
Клёво, я щитом убил чувака. Короче, у каждого тупо свои повторы показывают. А, свои? Да, каждый свои смотрит. Было бы лучше прикольно, если бы показывали повторы чувака, который больше очков всех набрал в команде. Да, как в хиллзоне, блин, с операциями. Угу. Ну чё тут у нас, скиллы? Всё. О, наконец-то я могу кастомизировать себе, блядь, все. Итак, друзья, оставайтесь на канале Игрофильм, встретимся в следующей серии.